Кока-Кола. Я вас не слышу! Не слышу! Музыка очень громко! Музыка! Какой мужчина! Господи, спасибо тебе большое, что я въехала в этот Мерс! Вот это если у него есть деньги на такую машину, то у него есть деньги и на ремонт, ага! Ой, бля! Ты вообще знаешь, кто я? Ты знаешь, кто мой батя? У меня батя прокурор, ты дебил! Было приятно покататься! Володя, я тебя последний раз спрашиваю, ты купил? Володя, ну как можно было взять и не купить горошек? Какой Новый год без горошка? Мама, куда вы такие куски делаете? Сейчас придут гости, поменьше, поменьше кусочки. Себе потом нормально сделаем. Литка, что, прям холодец не заморозился? А у меня такой хороший получился, прям прозрачный. Литка, мне Володя такой подарок на Новый год подарил. Тетрис! Володя, ты какой стопарик уже опрокинул, а? Иди сюда. Литка, а ну давай, врубай нашу! Льются песни, льются вина, и стучат, стучат, стучат бокалы в так. Володя, Володя, нам мама подарила путевки в санаторий. Володя, мы едем в Саки. Ребята, а что у нас тут? Давайте все возле елки сфотографируемся. Вы что, все спите? Ну неужели все будет как в том году? Льются песни, льются вина. Эй, ты чё? Думаю, вообще-то можно еще мусор вынести. А возможно и не раз. Чё? Экономия – путь к богатству. Блин, Майя, что-то тралик не едет, очень холодно. Давай такси заходим. Ты что, на такси хочешь тратиться? Давай пешком пойдем, тут всего 40 километров. И для здоровья полезно. Ну вот видишь, совсем недолго. Мне, пожалуйста, латте и бургер. Сколько? Можно мне водичку? Она же у вас бесплатная. Может, у вас есть какие-то акции? Кстати, да, у нас в «Водяных историях» действует акция с 24 по 30 декабря. При оплате через Apple Pay карты MasterCard вы получаете кэшбэк 5 гривен от Приватбанка. Так, дай мне, пожалуйста, вот этот мне вот бургер. Сейчас вот супчик. Шура идет перед ней, давай кидай! Раз, два, три. Run. Май, открой рот, закрой глаза. Майя, летит дракон, что ты будешь делать? А он тебя хвостиком. Давай ты звони. Нет, ты звони. Да ты звони. Нет, ты, Май. А какой нужен номер телефона набирать? Да просто набор цифр. Алло. А это вы заказывали унитаз? Ты сделай все маме, расскажи. Бу, боже. Бу, бу, бу. Май, ну хватит, хватит уже. Хватит. Потом пойдем. Эй, я твой внутренний модный голос. Тебе не кажется, что твой стиль немножко устарел? Ну, а ты слышала что-то про Бритни Спирс? А, кажется, мода немножко поменялась. Тут сейчас все тащатся от Анджелины Джоли. Ты не видишь шали. Ну, прям очень эффектно. Но, слушай, тут, кстати, в моде черные короткие волосы. А, дорогуша, небольшая поправочка. Не черные, а белые волосы. Ну, это прям твое. Слушай, а ты не смотрела «Отряд самоубийц»? Очень ярко. Слушай, тут диспетчер попросил передать, что Ким Кардашьян снова в моде. Слушай, а у тебя неплохой череп. Не пробовала на лысо побриться? Ну что за... Пошел ты в жопу!
Короче, музыка — это реально не мое. Я нашла реальный способ, как раскрутиться. Ну какой? Реалити-шоу. Дом 2? Не, ну а что, я раскручу свою инсту, а там все пути в шоу-бизнес открыты. Ты готова? Там же эти камеры, все по-настоящему. Я бабка в окнах с Нагиевым 4 раза подсудимую играла. Не, ну а что, там может Бузову встречу. А что, у нас не столько общего, она тоже петь не умеет. Ну это да. Так там вообще целоваться нужно, ты вообще умеешь? Мне 14 лет, ты что, малолетка какая-то? Светка, точно, там надо уметь делать вот эти вот искусственные конфликты, ты сможешь? Заткнись, овца. Ну что, нормально получилось? Ну да, ничего так. Ты что там, тебя взяли в Дом 2? Да, конечно, сразу меня вообще хотели ведущие взять. Значит, Бузова начала там нервничать, переживать. Наверное, конкуренции боится. Да я и не парюсь. Все равно я хотела пойти на новый сезон «Холостяка». Может, там фейс будет. Ну и что ты делаешь? В Sims играешь. Слышишь, только моей семьей не играй. В смысле, чтобы они голыми были? Тебе сколько лет? 5? 13? Ну ладно, ладно. И что, они там даже этим могут заниматься? Офигенная игра. Вообще-то я это себе делаю. А ты будешь жрать свои козявки. Ну все, ладно, ладно. Ты хоть сама насыпать сможешь? Слышишь, а тебе в школе нравится какой-то мальчик? Сашка. А если пойду все маме расскажу? Да, расскажу. Да все, ты не ной, не ной, я не буду рассказывать. Ты че мой телефон взяла? Че, сообщение читаешь? Отдай, отдай. Ну ты вообще конкретно попала. Расскажешь мамке про сишки, тебе конец. Эти русским языком говорят, они мои. А вы с Сашкой уже целовались? А ты вообще целоваться умеешь? Научить. На коте будешь тренироваться. Ну и куда ты собираешься? За гаражи. Чего там делать будете? Я вообще-то старшая, вообще в клуб пойду. Стой, стой. Так а что это? Можно с вами? Ой, где тут ее Sims? Вижу, ты пришла. Садись. Скажите, это вы гадалка Ризотто? Я знала, что ты придешь. Вы увидели это в будущем? Нет. Окна выходят на остановку. Вы на картах не погадаете. Может, дурачка? Чувствуешь? Холодок по спине пошел. Да, чувствую. Тогда я убавлю кондиционер. Мне кажется, вы шарлатанка. Хочешь, фокус покажу? Запомнила карту? Ну, понятно. Короче, я хочу найти себе нормального парня. Кажется, вижу. Бери свои вещи и беги на Богатырскую 3Б. Там ждет тебя твоя судьба. Беги, беги. Алло, сына, быстро беги на Богатырскую 3Б. Я тебе такую девочку нашла. Вчера Литка с моим Володей на дискотеке зажималась. Тамарка, ты куда? Да там, походу, тамагочи сдох. Какая тачка! Наверное, какие-то бандиты заселились. Слушай, сфоткай меня, чтобы Володя ревновал. Я одинокий, брага! Тамарка, что это такое вообще? Я не знаю, мамка с Чехословакии привезла. Ой, девки, кажется, придется Володьку бросать. Влюбилась я в Павлушу. Он такой перспективный, на заводе слесарем работает. Прикиньте, Анька-то своего с армией-то не дождалась. Думаю, бабки в МММ вложить. Говорят, схема верняк. Я тут летом в Мариуполь собралась ехать. Говорят, море там просто парное молоко. Эх, что-то холодно. А не согреться ли мне часом? Я одинокий бродяга, любви Казанова. Короче, Володя, есть реальный способ подняться на бабках. Мы станем рэкетирами. Короче, Володя, идем сейчас к серьезному человечку, бизнесмену, отжимаем у него бизнес, и все. Можем позволить себе отдых в Туапсе. Володя, сейчас идем, серьезная женщина. Имеется 3 точки на рынке. Здрасте. А это малая коммерция. Сибочки берите свежие, только пожарила. Володя, сейчас мы ее проверим. А у вас это, что-то запрещенное имеется? Володя, походу, у нас будет сейчас бизнес. Так что, бабуля, ты знаешь что-то про рэкет? Гони свой бизнес! Я сейчас позвоню своей крыше, и через 3 минуты вас собаки не найдут. Володя, я же говорила, серьезные люди!